Добрый день. Добро пожаловать в конференцию министра иностранных дел Италии Паоло Джентилони, министра Российской Федерации Сергея Лаврова. Прошу, министру Джентилони. Большое спасибо. Добрый вечер. И прежде всего, я хотел бы поблагодарить Сергея Лаврова второй раз. Он присутствует здесь, на конференции Среднеземноморского диалога, где он будет выступать сегодня. И сегодня для нас это было тоже добил случай для новой встречи, в течение которой мы обсудили разные вопросы, касающиеся и нашей двухсторонней отношения. Наши отношения, отношения между Италией и Российской Федерацией характеризованы очень частыми встречами. Вы знаете, что только недавно собрался совет, совместный совет, экономический совет, и есть двухсторонние отношения на разных планах. В июне наш председатель Совета Министров Рензи был в Санкт-Петербурге, и следующей весной будет официальный визит нашего президента Маттарелла в Российской Федерации. В этом контексте и отношения, культурные отношения между двумя нашими странами очень важные и тесные. Я напомню, что в Москве в течение этих недель проходили очень важные выставки, итальянские выставки. На экономическом плане, конечно, санкции сказываются на экономику, потому что был спад товарооборота между Российской Федерацией и Италией, но несмотря на это, мы уверены, и я свидетель этому во время моих визитов в Российской Федерации, что наши предприниматели ставят ставку на важность российского рынка, на Россию, и мы и очень много тоже инвестиций от российской стороны, так же как присутствие туристов. Мы тоже обсудили вопрос, мы обменивались мнениями ответственности Италии на международном плане, начиная с будущего года, которые и вовлечают и Российская Федерация, имею в виду наше участие в Совет Безопасности ООН и тоже наше председательство в Тройце и эффективное председательство в ОБСЕ. Мы также обсудили о основных международных кризисах, мы обменивались мнениями по этому поводу. Конечно, мы говорили о сирийском кризисе. Я подтвердил традиционную итальянскую позицию, то есть, что не существует с нашей точки зрения военное решение сирийского конфликта. Мы подтвердили это 3-4 года тому назад, и мы продолжаем это подтвердить. На пепельный Алеппо нельзя строить переход. Мы должны прилагать все усилия, чтобы остановить насилие, чтобы открыть возможности для гуманитарной помощи. И надо запустить переходный процесс, где актуальное правительство должно разделить управление страны. Мы понимаем, что Российская Федерация играет важнейшую роль и имеет ответственность. И поэтому я призывал Россию к этому. Мы обсудили другие международные ситуации, в том числе ливийскую ситуацию. Я думаю, что
сотрудничество между Италией и Российской Федерацией, это возможно на основе со стороны признания резолюции ООН 2254, который признает саражи, и другой стороне надо все-таки строить какие-то мосты с другими силами в Ливии, которые должны быть вовлечены в процесс стабилизации страны. И еще раз я хочу поблагодарить министра Лаврова, и я передаю ему слово. Большое спасибо, уважаемые дамы и господа. Очень рад возможности, приехав в Рим для участия во второй конференции по средиземноморскому диалогу, провести переговоры о двусторонних отношениях между Россией и Италией, а также о нашем сотрудничестве по международным делам. Вчера состоялась очень обстоятельная, доверительная беседа с президентом республики, господином Моттареллой. Сегодня мы с моим коллегой Паоло Джентилоне провели подробные переговоры и констатировали то, что у нас двусторонние отношения в целом развиваются в русле тех договоренностей, которые были достигнуты во время визита в Санкт-Петербург премьер-министра Матео Ренци в июне прошлого года. Высказались за развитие парламентских контактов, и в России в будущем году мы ожидаем с визитом председателя Сената Италии господина Грассо, и на повестке дня подготовка к 15-й сессии Большой российско-итальянской межпарламентской комиссии. Как сказал Пауло, нас беспокоит спад двустороннего товарооборота. Италия сейчас опустилась на 6-е место среди основных торгово-экономических партнеров России, хотя на протяжении длительного времени была 4-й, даже 3-й в этом списке. Рассчитываем, что восстановлению положительной динамики торгово-экономических связей будет способствовать деятельность Российско-Итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству под сопредседательством Аркадия Дворковича, заместителя председателя правительства Российской Федерации, и Паоло Джентилоне. Заседание этого совета после 4-летнего перерыва состоялось в октябре этого года в Риме. Мы подтвердили, что важную роль в наших отношениях продолжает играть энергетика, затрагивали возможности участия итальянской стороны, итальянских компаний в российских проектах магистральных газопроводов, реализация которых призвана содействовать упрочению энергобезопасности Европы. Мы какое-то время назад договорились о создании российско-итальянской межведомственной рабочей группы по новым вызовам и угрозам. И ее первое заседание состоялось в Риме также в октябре, что мы считаем особенно важным в условиях беспрецедентного всплеска международного терроризма и экстремизма. По международным делам мы обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки. Особое внимание, конечно же, уделили сирийскому урегулированию. Россия и Италия являются членами международной группы поддержки Сирии. Затронули мы и ситуацию вокруг Алеппо. Наша общая позиция заключается в необходимости безусловного соблюдения международного гуманитарного права, будь то в Алеппо, в иракском Мосуле, в Йемене или в любой другой кризисной точке. И, конечно же, необходимо полностью выполнять договоренности, которые были достигнуты по предложению Международной группы поддержки Сирии в Совете Безопасности ООН, в частности, резолюцию 2254, которые требуют от всех умеренных оппозиционеров порвать с террористами, прежде всего с Джабхат ан-Нусрой и, конечно же, так называемым исламским государством, которые требуют наладить гуманитарное содействие сирийскому гражданскому населению и которые требуют начать без предварительных условий политический процесс в соответствии с достигнутыми договоренностями. Я полностью согласен с Паоло Джентилоне, что
не существует военного решения сирийского конфликта. Мы выступали за такую позицию в рамках международной группы поддержки Сирии. К сожалению, не все ее члены были готовы записать общую позицию об отсутствии военного решения. Но я убежден, что это абсолютно ясно и без такого формального фиксирования этого подхода. По Ливии, как и в любом другом конфликте, мы не видим иного пути решения нынешних проблем, созданных, как вы помните, в результате агрессии НАТО против этой страны, кроме как налаживания инклюзивного общеливийского диалога с участием всех, без исключения, ведущих политических сил этой страны, представляющих все районы этого государства, которое, мы надеемся, будет восстановлено, и международное сообщество не позволит Ливию разрушить. Конечно, нам приходится исправлять ошибки, которые были сделаны в 2011 году в грубые нарушения резолюции Совета Безопасности ООН, но хорошо, что лучше поздно, чем никогда. Лучше поздно, чем никогда, как говорится в нашей пословице. И сейчас наши западные коллеги заинтересованы в таком инклюзивном подходе, опирающемся прежде всего на уважение интересов ливийского народа, а не на продвижение неких геополитических замыслов. Конечно, мы говорили и про Украину, по Украине. Я проинформировал наших итальянских коллег об итогах встречи министров иностранных дел нормандского формата, которая состоялась в Минске 29 ноября, ну и рассмотрели перспективы взаимодействия в Совете Безопасности ООН, где Италия будет представлена в качестве непостоянного члена в 17 и 18 годах. Ну и через несколько дней мы встретимся в Гамбурге на Совете министров иностранных дел ОБСЕ. Это тоже еще одно дополнительное направление нашего взаимодействия, тем более, что в 2018 году Италия будет председательствовать в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Я благодарю Паоло Джентилони, всех наших итальянских коллег за эту возможность, за приглашение на конференцию «Средиземноморский диалог» и за очень содержательные сегодняшние переговоры. Спасибо. Большое спасибо. У нас есть время для двух вопросов. Пожалуйста. Добрый день, Rai News 24. Добрый день. Я хотел бы задать вопрос о Сирии. Насчет о встречах, которые были в последнее время, российские чиновники, которые встретились с членами оппозиции в Турции, чтобы достичь прекращения огня. Сегодня утром по этому поводу заместитель министра Турции сделал уклон оппозиции Асада. После вмешательства Российской Федерации Асад не намерен пойти на переговоры. И было еще сказано о потоках мигрантов, которые будут войти в Европе. А в Москве несколько лет назад генерал Хафтар сегодня утром Коблер сказал, что оценил эту договоренность с Россией. Что это значит в практическом плане? И в конце вопрос о санкциях, потому что вчера был двухсторонняя встреча с Джонсон, министром иностранных дел Великой Британии, который поддерживает деятельность НАТО и санкции. Я хотел бы узнать, если сегодня были обсуждены тоже такие вопросы и роль Италии в этом. Вы сегодня вы задавали 5-6 вопросов. Я стараюсь ответить. Я отвечаю, может быть, на 2 вопроса, и потом передаю слово Сергею, чтобы он мог высказать свое мнение. Что касается ситуации в Сирии, я повторяю, я уверен, что военное решение это будет не решение.
что на разрушенном городе нельзя строить переговорный процесс. А что сказал заместитель министра Турции сегодня утром, я думаю, что в данный момент Турция может принять участие в переговорах в Сирии. И что касается Ливии, переговорах, если я думаю, что министр Лавров будет отвечать на этот вопрос, если он считает, что это нужно. Но Ливия, вы знаете, прекрасные итальянские журналисты знают, что уже несколько недель, несколько месяцев Италия имеет очень ясную линию насчет президентского совета Ливии. Италия старается строить мосты, связи с другими силами, начиная с генерала Хафтара. Все прилагающие усилия в это направление – это положительные усилия. Конечно, что должно быть роль для генерала Хафтара. А что касается вчерашней встречи с Борисом Джонсоном, мы не говорили о санкциях, мы обсудили ситуации в Европе. Мы всегда уважали решения санкций, соблюдали эти решения. И недавно мы выразили, что не надо продлить санкции в Сирии. Приниматься санкции в Сирии, потому что в недавнем Совете Европы был поднят такой вопрос. Это наша позиция, позиция не изменилась. Я надеюсь, что я понял то, о чем вы говорили в переводе, но ответ Паоло Джентилони позволил мне лучше понять, что вы спрашивали. Первое, что касается наших контактов с оппозицией. Я вчера был и позавчера был в Турции. Мы на пресс-конференции эту тему затрагивали, и могу еще раз подтвердить, что никакой сенсации в том, что Россия работает с сирийской оппозицией, нет. Мы с самого начала кризиса разговаривали со всеми, без исключения, сирийскими оппозиционерами, включая еще в 2011 году я встречался с Рияном Хиджабом, который является одним из лидеров так называемого Высшего комитета по переговорам. Встречались мы и со всеми другими группами, включая так называемую московскую группу, и каирскую группу, группу Астаны, группу, которая сформировалась вокруг российского центра по примирению враждующих сторон в Хмеймиме, и никогда не закрывали дверь для контактов с другими оппозиционерами, которые, в частности, живут в Европе или в Соединенных Штатах Америки или где-то еще. Мы сегодня говорили о том, что резолюция 2254 Совета Безопасности ООН требует начала переговоров о политическом урегулировании в Сирии без предварительных условий. Эта задача поручена Организации Объединенных Наций, но, к сожалению, уже больше полугода переговоры блокируются теми, кто в нарушении резолюции Совета Безопасности выдвигает ультиматумы. Типа необходимости предварительно убрать президента Асада, что, конечно же, неприемлемо, потому что договоренности таких никто не заключал. И вот в условиях такого, ну, прямо называя вещи своими именами, бездействия представителей ООН, мы поощряем любые усилия, которые позволят создать условия для начала переговорного процесса, который будет опираться на необходимость обеспечить интересы сирийского народа. И то, что нам с Турцией удалось достичь понимания в необходимости такого подхода, я считаю весьма и весьма важным. Вы упомянули о мигрантах. Я не очень понял, в каком контексте, но мы понимаем озабоченность Италии и других европейских стран миграционным кризисом. Я видел статистику, согласно которой за первые 11 месяцев этого года в Италию прибыли 170, по-моему, тысяч мигрантов. Подавляющее большинство этих мигрантов
прибыли из Нигерии, Эритреи и Гвинеи, совсем не из Сирии. Причем практически все они прибыли через Ливию, которая, как я уже сказал, была разрушена в связи с вторжением натовцев, в связи с их бомбардировками этой страны в нарушении резолюции Совета Безопасности ООН. Поэтому, конечно же, урегулирование ливийского кризиса поможет перекрыть поток мигрантов через Ливию. И я здесь полностью согласен с Паоло Джентилони. Необходимо стимулировать ливийские стороны на поиск общеприемлемых договоренностей. Именно в этой связи, когда Совет Безопасности ООН утверждал Схиратское соглашение, мы настояли, Россия настояла на включение в соответствующую резолюцию положение о том, что в диалог необходимо вовлекать не только те стороны, которые в Схирате присутствовали, но и все другие политические силы Сирии, включая генерала Хафтара, как сказал только что Паоло. Генерал Хафтар посетил Москву несколько дней назад, мы изложили наши подходы, считаем, что он может и должен стать частью общеполитических договоренностей. Мы поддерживаем контакты и со всеми другими лидерами ливийского государства, включая руководителя президентского совета господина Сараджи, с которым я встречался в сентябре этого года, включая председателя палаты депутатов в Тобруке господина Салиха. Мы эту работу продолжим. Ну а что касается санкций, то мы эту тему не обсуждаем, это не наша проблема, это проблема тех, кто эти односторонние санкции вводил. Мы сконцентрированы на том, чтобы обеспечить такие условия для нашей экономики, которые не будут зависеть от подобных действий наших западных коллег. Grazie. Un'ultima domanda, abbiamo i tempi molto stretti. Большое спасибо. Последний вопрос. У нас нет времени. Насчет туда. Сергей Викторович, вчера в Восточной Алеппо было объявлено о расформировании всей вооруженной группировки в восточной части и объявлено об объединении всех под одной названием армии Алеппо. Нет ли опасения, что туда и могут войти террористы? И второе, организация Human Rights Watch обвиняет Россию и сирийскую армию, что за последний месяц в результате военных действий погибло 440 человек. Как можете это прокомментировать? Господин Джентильони, у меня к вам вопрос. Вы говорили о коммунитарной ситуации в Алеппо. На сегодняшний день единственный, кто доставляет коммунитарных грузов туда, это Россия усиленно постоянно доставляет коммунитарных грузов. Вот Италия, чем может помочь жителям Восточной Алеппо? Спасибо. Ну, насчет сообщения о том, что сформирована армия Алеппо, в которую вошли все группировки, находящиеся в восточной части этого города, и может ли это означать, что там оказались и террористы, я уже имел возможность на каких-то предыдущих пресс-конференциях приводить данные о том, что по нашим сведениям, которые достаточно достоверны, практически все группировки вооруженной оппозиции в Восточном Алеппо подчиняются Джабхат ан-Нусре. Нусры там примерно где-то 1500 человек и еще несколько тысяч других группировок, их там 5 или 6 таких существенных, которые подчиняются Нусре. И если сейчас объявлено о создании армии Алеппо, то я совсем не исключаю, что это очередная попытка сделать ребрендинг Джабхат ан-Нусры и под новым названием попытаться ее вывести из-под заслуженного возмездия. Насчет данных правозащитных организаций о количестве людей, которые погибли в Алеппо, мы эти данные всегда воспринимаем с вниманием и обязательно их перепроверяем, потому что подавляющее большинство информации, которые служат поводом для достаточно истеричных высказываний о ситуации в Алеппо, черпаются из структур, подобных так называемой Сирийской обсерватории по правам человека, которая состоит из одного человека, базируется в каком-то районе Лондона, в
двухкомнатной квартире. Все об этом знают, но тем не менее продолжают ссылаться на нее как на авторитетный источник. Так что все сведения нужно перепроверять. Безусловно, все, что касается соблюдения международного гуманитарного права, все, что касается принятия всех возможных мер для недопущения страданий, минимизации страданий мирного населения, является нашим приоритетом. Как я уже сказал, это должно волновать мировое сообщество не только в отношении Алеппо, но и в отношении Мосула, в отношении Йемена, в отношении любой другой кризисной ситуации. Per quanto riguarda la domanda sulla possibilità di interventi umanitari, что касается нашей гуманитарной помощи, оказания гуманитарной помощи в Ливию или в Сирию, конечно, эта гуманитарная помощь очень важна, что такая трагическая ситуация в Алеппо, это ясно, потому что мы все смотрели там есть большая сосредоточенность детей, мы все видели по телевизору вот эти образы от разрушенных больниц, это трогает, конечно, наши совести, и поддержать попытки ООН, вы знаете, Стефан де Мистура, специальный посланник, предложил несколько недель тому назад цель предложения, это стараться решить этот кризис, делать так, что все террористические группы Аль-Нусра, в том числе, могли бы выходить из восточной части Алеппо. Идет речь о том, как этот выход должен быть проведен. Я надеюсь, что эти переговоры, которые сегодня совершаются в Риме, будут открыть какую-то дорогу к этому направлению. Вы знаете, что для нас и для нашей совести тот факт, что в Алеппо или восточно Алеппо, где продолжаются бои, потому что часто огня прекратился, на другой части бой продолжается. Это, конечно, трогает все наши совести, но это не единственная реальность в мире, где есть такая гуманитарная, чрезвычайная ситуация. Сегодня гуманитарные конвои могут проходить такой Кастелло-Рот, так называемый Кастелло-Рот, и достичь часто Алеппо, который до сих пор не было достигнуто. Есть еще кварталы, которые очень трудно достичь, потому что они под осадой, под бомбардировки Дамаска. Мы очень надеемся, что благодаря вмешательству Российской Федерации и Соединенных Штатов могли бы ООН найти соглашение, чтобы достичь все кварталы, все зоны Сирии, и чтобы... Конечно, чрезвычайная ситуация еще в курсе, и для дипломатии есть очень много чем трудиться, чтобы найти решение. И надеюсь, что сегодня мы могли бы найти какой-то, внести какой-то вклад. Пауло упомянул об инициативе Стефана де Мистуры, который предложил дать возможность всем террористам уйти из восточного Алеппо. Мы, несмотря на всю неоднозначность этой идеи, ее поддержали и были готовы сотрудничать с этим. Заблокировали эту идею те, кто, мы убеждены, заинтересованы в том, чтобы Восточный Алеппо остался под контролем террористов. Мы по-прежнему готовы будем к тому, вот о чем де Мистура сказал. И то, что Павло сейчас упомянул о разблокировании дороги Кастелло, это действительно так. После освобождения значительной части восточного Алеппо больше нет угроз, которые поступали от так называемого местного совета в восточном Алеппо, атаковать гуманитарные конвои, которые по этой дороге будут направляться. Мы сообщили в ООН и в Нью-Йорке, и в Женеве о том, что теперь никаких проблем с доставкой гуманитарных грузов в Восточное Алеппо нет, и нужно просто договариваться с сирийским правительством о прохождении этих конвоев. Ничто им
уже не угрожает. ООН пока размышляет о том, как это сделать. Но пока они размышляют, Россия, как вы знаете, направила и гуманитарную помощь дополнительную в Восточное Алеппо, и 2 мобильных госпиталя, врачей, соответствующее оборудование медицинское, медикаменты. И я думаю, что вот так же должны поступать и другие страны, которые искренне заинтересованы в судьбе гражданского населения этого многострадального города. Grazie. Большое спасибо. Спасибо.